Я ходила сюда практически на каждую выставку, на открытие или потом. Еще раз повторю, что да, мне грустно, что мы уезжаем с этой площадки, потому что именно тут я провела большую часть времени. Но именно от лица таких молодых зрителей всего наивного искусства в нашем городе, благодаря которой мама нам прояснила с папой, и, конечно же, команда. Это очень интересно. Именно мне нравятся проекты, которые необычные, так сказать. Про Ленина была история, тут была выставка Ройзмана, были папины письма, что очень интересно. Я тут провела, наверное, большую часть времени на этой выставке. И сейчас вот художник Анна тоже лично сейчас прошла снова и посмотрела. Так что спасибо большое, мама, папа и команда. Я хочу, чтобы вы...